Дорога у меня начинается вот с такого знака. Здесь находится село, которое называется в переводе на русский «На носу». Я все еще пешком уже около часа, так как машины здесь ездят очень редко. Давай. Саур. Я лично пью за моего сына, конечно, за моего сына, моих сыновей, 100 сыновей в России, в Дагестане, за них здоровье. Мой сын вернулся, я рад. Дай Бог, чтобы все люди, которые россияне, чтобы вернулись. Там и не покой. Остальное, что хочет, уже благополучие России. Наверное, у нас одна Россия, одна родина, это великая Россия. Великая Россия, отступать некуда, позади вся Россия.
приветствуем, я могу сказать. Почему? Потому что это гостеприимный народ, вот этих, в этой долине живут. Они всегда рады гостям. Если вас кто-то беспокаивать будет, мы этим тоже вопросом порешим. Мы хотим, чтобы вы про нас плохого не думали, потому что представления разные. Дагестан там дикий, туда-сюда. Но здесь очень щедрый, мудрый народ живет, гостеприимный, добрый. Поэтому мы вас приветствуем, приезжайте, рады будем. Если где-то что-то есть, чем нужно, мы поможем. Спасибо. Я сам заместитель главы администрации здесь, в этом селении. Привет там передаете родителям? Да, передаем. Кому? Родителям. А как зовут? Салихат, Мутаева Салихат и Мутаева Герман. А у тебя? Щеки валы. Спортом занимаетесь? Да, спортом, да. Это хорошо. Каким? Там подтягивание, о, не знаю, отжимание. Отжимание. Там разные трюки делаем. Пресс качаем. Ну все, это вообще редкость. Все, давайте. Счастливо.